Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусный кекс. Яйца и сахар взбиваем. Яйца с сахаром мы взбили, добавляем остальные ингредиенты. У меня это мак. У меня вот такой мак, он просто измельченный. Итак. Растительное масло. Сметана. Добавляем цедру апельсина и сок целого апельсина. Ну, небольшой у меня, видите, какой. Так, цедру мы сняли. Теперь сок. Обязательно щепотку соли. Ванильный сахар. Рыхлитель теста. И сок апельсина. Все, нам осталось добавить только муку. Муку обязательно просеиваем и замешиваем тесто. Я, наверное, возьму венчик, так удобнее. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Форму я смазала маслом и бумагой. Здесь у меня немножко. Так. Выливаем наше тесто. 170 градусов до готовности. Яйца всегда разные, поэтому количество муки немножко плюс-минус. Выпекаем. Проверяем палочкой деревянной до готовности. Примерно 25-35 минут. Спасибо за вашу подписку. Вот такой красавчик у нас получился. Конечно, форма у меня, видите, небольшая. Я выпекала 45 минут. Пусть немножко остынет, и мы с вами его достанем из формы. Не забывайте подписываться на мой канал. Ждем. Давайте достанем, что у нас получилось. Готовы? Он еще очень горячий, резать его сейчас, конечно, нельзя. Великолепный кекс апельсино-маковый. Спасибо за вашу подписку. Смотрите, какой красивый, но горячий. Всем пока!